Новости продолжают эфир канала Хабар 24. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Туризм в Казахстане может стать новым драйвером экономического роста. Это позволит не только увеличить поступления в бюджет, но и создать новые рабочие места и обеспечить солидный приток иностранной валюты. Одним из центров внутреннего и въездного туризма может стать озеро Алаколь. Там в этом сезоне ожидается до миллиона казахстанских и зарубежных гостей. Это будет новый рекорд посещаемости. Для удобства туристов к побережью Алаколя организованы полеты из Астаны и Алматы. Поступают регулярные предложения от авиакомпаний из Новосибирска и Барнаула об открытии чартерных рейсов. Для привлечения еще большего количества отдыхающих в курортной зоне открыли железнодорожный вокзал. С рабочим визитом в Алматинской области сейчас находится президент Нурсултан Назарбаев. Главе государства доложили о развитии региона и представили обновленный туристический кластер побережья озера. О том, что ждет отдыхающих этим летом на пляжах Алаколя, расскажет Елена Шрайбер. Одна из жемчужин Казахстана, озеро Алаколь, с каждым годом привлекает все больше туристов. Все потому, что инфраструктура курортной зоны улучшается. В приоритете транспортная доступность. Например, в прошлом году в Ушарале запустили новый аэропорт, который принимает воздушные суда с Астаны, Алматы и Талдыкургана. Для того, чтобы туристов стало еще больше, планируется закупить два новых самолета чешского производства. В этом году открывается новый железнодорожный вокзал. Теперь отдыхающие смогут добираться до озера из Алматы еще и на поезде. На строительство железнодорожной гавани выделили свыше 200 миллионов тенге из республиканского бюджета. Помимо этого, за счет местных средств отремонтированы автодороги протяженностью 24 километра. На очереди реконструкция трассы Ушарал-Достык. О развитии региона в целом президенту доложил аким области Амандык Баталов. По его словам, на сегодня регион по индексу физического объема туристической отрасли занимает первое место среди всех областей Казахстана. За последние 4 года объем оказанных туристических услуг увеличился в 2 раза до 8 миллиардов тенге. В этом году показатель планируется довести до 10 миллиардов. А о более точечных вопросах, таких как развитие дорожной сети, грузоперевозках и туризме, главу государства проинформировали в ходе совещания по вопросам туризма и развития транспортно-логистической инфраструктуры страны. По словам министра по инвестициям и развитию Жениса Касымбека, в прошлом году дорожно-строительными работами было охвачено более 4000 километров автомобильных дорог республиканского значения. На некоторых из них уже открыто движение. В целом, до 2022 года 24 тысячи километров дорог приведут в порядок. Глава нацкомпании «Казахстан» Темиржолы Канат Алпызбаев презентовал главе государства карту транспортной доступности курортной зоны Алаколь до 2020 года и проинформировал президента о реализации стратегии развития транзитных перевозок. О снятии барьеров для развития внутреннего и выездного туризма доложил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. По его словам, на туризм возложены амбициозные задачи по выводу Казахстана в число 30 развитых стран мира. К 2025 году планируется увеличить долю отрасли в структуре ВВП с 1 до 8%. По итогам совещания Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений. Как подчеркнул президент, Алакольский район привлекает туристов своей уникальной природой и историко-культурным наследием. На сегодня здесь свыше 180 объектов туристической инфраструктуры, гостиницы, санатории, дома и базы отдыха. Их количество ежегодно увеличивается. Нурсултан Назарбаев осмотрел некоторые из них. Это место должно стать самым посещаемым среди туристов. Расположение очень удобное. Будут приезжать отдыхающие из Алматы, Астаны, Балхаша и Караганды. Таких гостиничных комплексов у нас раньше не было, поэтому они нам нужны. Озеро Алаколь известно своими лечебными свойствами, что позволит туристам не только отдохнуть, но и поправить здоровье. Потенциал курортной зоны огромен. По экспертным оценкам, за сезон на озере могут отдыхать до 2 миллионов человек. По крайней мере, на такое количество рассчитана инфраструктура. Но, пожалуй, в большей степени туристов привлекает не количество гостиниц или пляжей, а оказываемый сервис. Услуги должны быть на высшем уровне, чтобы туристы отдавали приоритет отечественным местам отдыха. Елена Шрайбер, Алмаз Умаргалиев, при поддержке телерадиокомплекса президента, Хабар 24, Алматинская область. Нурсултан Назарбаев ознакомился с развитием малого и среднего бизнеса в Алматинской области. Накануне президент прибыл с рабочим визитом в регион. Главе государства презентовали выставочный центр, а также офис Национальной палаты предпринимателей. Планируется, что в этом здании будут проводить крупные региональные и международные форумы, где можно будет рассказывать о потенциале региона, тем самым привлекая инвесторов. В холле центра также предоставлена продукция отечественного производства. На втором этаже здания работает центр обслуживания предпринимателей, где бизнесменам в режиме
одного окна предоставляют бухгалтерские, юридические услуги, оказывается сопровождение проектов ГЧП, также работают специалисты по закупкам, таможне и маркетингу. Помещение построено в стиле коворкинг-офиса, также продуманы помещения, где инноваторы смогут разрабатывать стартап-проекты. Как проинформировали президента, на сегодня в регионе зарегистрировано свыше 100 объектов МСБ. С некоторыми из представителей бизнеса президент побеседовал в ходе осмотра центра. Глава государства отметил положительную динамику развития сферы предпринимательства и посоветовал бизнесменам обратить пристальное внимание на курортную зону Алаколь. Алматинская область, которую я воссоздал центром Талдыкурганы, он не похож ни на другие регионы, он оригинальный регион. Во-первых, очень красивый угол нашей страны, с горами, степями, речками, озерами и так далее. Но, с другой стороны, не очень развита промышленность, экономика. И с третьей стороны, это пограничная область. Поэтому я постановил два района на границе, чтобы больше людей там было. И вот последние три года очень хорошо все развивается, я доволен. Аким активно работает, его работники работают во всех отношениях. Но я поставил задачу, прежде всего, развивать то, что здесь можно получить. Сахарная свекла всегда была одним из приоритетов области еще в те времена. Он заглох. Сейчас пущены новые сахарные заводы. Производство сахара увеличилось. Насколько сейчас? А мы сахар импортируем полностью. 60 тысяч тонн сахара уже производится здесь. И возможности еще есть. Я сейчас вот в Ушаралском районе был, там производят сою, ячмень. У вас солодовый завод есть. Дальше фруктовое хозяйство очень важное. Алматинский апорт весь в индустриальном виде сейчас развивается только здесь. После президент посетил дворец бракосочетаний, который открыли в конце прошлого года. Помимо церемонии регистрации брака, там можно проводить официальные встречи. Там же главе государства доложили о ходе строительства объекта в рамках государственно-частного партнерства. Например, с участием капитала бизнесменов будет построен бассейн на 570 мест, легкоатлетический крытый манеж. Кроме того, за счет местного бюджета будут запущены физкультурно-оздоровительный комплекс и драмтеатр. В завершение Нурсултан Назарбаев подвел итоги рабочего визита. Президент поручил уделить внимание реализации 5 социальных инициатив. По словам главы государства, Алматинская область стала лидером по росту экономики. За 3 года было введено в эксплуатацию 3 миллиона квадратных метров жилья. Идет газификация региона, продолжает развиваться аграрный кластер. Туристический потенциал Казахстана растет. Для гостей страны сегодня представлены все виды отдыха, начиная от познавательных и заканчивая экотуризмом. На сегодняшний день в Казахстане имеется много уникальных природных заповедников, национальных парков, более 100 лечебно-оздоровительных учреждений, а также около 9 тысяч археологических и исторических памятников. В прошлом году Казахстан посетило рекордное число иностранных туристов – около 6 миллионов. Аналогичная активность наблюдается и в секторе внутреннего туризма. За год число граждан, отдыхающих внутри страны, выросло на 25%. К другим темам. Формирование единой евразийской платформы новых технологий обсудят участники Астанинского экономического форума. На одной из панельных дискуссий они поговорят о перспективах инновационных проектов ЕАЭС в условиях мирового рынка. Речь пойдет о сотрудничестве в модернизации индустриального сектора в странах-участницах Союза. Делегаты расскажут, насколько метод кооперации может оптимизировать процесс производства и как это повлияет на конкурентоспособность предприятий. Население Дымкасана и все мы должны понять то, что мы сейчас находимся, по сути дела, в гонке. Это гонка технологий, это гонка инноваций, идей. И чтобы не опоздать эту гонку, чтобы не остаться в стороне неразвитых стран, бедных стран, нам нужно как-то включаться. Любые технологии начинаются с идеи. С идеей, потом после идеи технологии. А где эти идеи? Они просто так не даются. Именно идеи создаются именно вот на таких площадках дискуссионных.
Свое участие в работе 11-го Астанинского экономического форума уже подтвердили звезды мировых индустрий. Ясмин Махмуд, генеральный директор Малайзийского центра цифровой экономики, одно из самых влиятельных лиц в IT-индустрии Малайзии и всей Юго-Восточной Азии, выступит на заседании Международного экспертного совета по цифровизации. Приглашение участвовать в АЭФ принял и советник по технологиям правительства Великобритании Лиам Максвелл. Под его руководством была создана функция Common Technology Services, которая предоставила ряд услуг от службы хостинга Crown до сети общественных услуг Digital Marketplace и функции контроля за расходами и доставки. Его нововведения помогли правительству за 4 года сэкономить 3,5 миллиарда фунтов стерлингов. Напомню, до начала форума остается 7 дней. В Сомали близ Могадишо прогремел взрыв. Погибли по меньшей мере 11 человек. Свыше 10 пострадали. Все они в тяжелом состоянии. Инцидент произошел на рынке в городе Ван-Лавейн. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. Обстоятельства взрыва расследуются. Столицу Никарагуа снова охватили митинги. Протестующие требуют отставки правительства, а также поимки виновных в убийстве демонстрантов, участвовавших в недавних акциях протеста. Как сообщают в Центре по правам человека Никарагуа, в митингах, прошедших в апреле, погибли 25 человек, по меньшей мере 120 арестованы. Тогда причиной беспорядков стала реформа социального обеспечения. Она предусматривает увеличение отчислений работников фонда социального страхования и уменьшение пособий. Мы здесь, чтобы весь мир знал, народ Никарагуа хочет другое правительство. Мы очень устали за эти 11 лет президентства. Нам нужна свобода. То, что тысячи людей собрались здесь, доказывает это. Из-за извержения вулкана на Гавайях местные власти запросили помощи у президента США Дональда Трампа. Отмечается, что штату могут понадобиться вертолеты для эвакуации местных жителей. Также необходима финансовая помощь для ликвидации последствий извержения, которое, по прогнозам специалистов, может повториться в ближайшее время. Всего свои дома покинули около 2000 человек. По последним данным, потоки лавы уничтожили свыше 35 строений. Жертв нет. Отмечу, вулкан Килауэ – один из самых активных действующих вулканов на Земле. Его высота 1247 метров над уровнем моря. Но если считать от основания расположенного на дне Тихого океана, высота гиганта составляет почти 7 километров. Малайзии подвели итоги прошедших парламентских выборов. Впервые с момента обретения независимости страны в 1957 году победа досталась неправящей коалиции. Набрав простое большинство голосов, победил оппозиционный альянс «Надежды». Теперь в законодательном органе ему гарантировано 113 кресел. Партия «Народной справедливости», входящая в коалицию, получила 104 места, а партия «Демократического действия» – 9. Правящему национальному фронту достались лишь 79 мандатов. По всей стране уже начались массовые празднования, местные жители называют случившееся чудом. Всего в альянс «Надежды» вошли 4 политические партии. Все они разделяют левые и центристские взгляды. Коалиция образовалась в 2015 году специально для участия в выборах. Председателем политического объединения стал экс-премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, возглавлявший правительство страны с 1981 по 2003 год. Сегодня мы доказали, что совместными усилиями коалиции возможно преодолеть правящую партию. Мечта воплотилась в реальность. В это трудно поверить. Мы ждали этой победы уже много лет. Президент Франции Эммануэль Макрон стал лауреатом международной премии имени Карла Великого. Такой чести французский лидер удостоился за свою приверженность идее европейской сплоченности и решительную борьбу против всех форм национализма и изоляционизма, направленную на преодоление европейского кризиса. Церемония вручения состоится в немецком городе Ахен. В ней примет участие и канцлер Германии Ангела Меркель. Эту же награду она получила в 2008 году. Престижная европейская премия за вклад в объединение Европы присуждается ежегодно с 1950 года. Примечательно, что награду получают не только видные политические и общественные деятели, но и целые категории. Так, в 2002 году лауреатом стала валюта евро, в 1986 народ Люксембурга, а в 1969 Европейская комиссия. Здесь, в Ахене, я хотел бы поблагодарить президента, мэра, а также всех организаторов за эту награду. Спасибо.
22 июня 1941 года пошел отчет 4 годам нечеловеческих усилий, в течение которых будущее каждого из нас висело практически на волоске. Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута наша победа, какой ценой был сохранен мир. В здании Организации Объединенных Наций состоялось торжественное открытие фотовыставки, посвященной 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Организаторами памятного мероприятия выступили аккредитованные при ООН делегации Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Тема фотовыставки – уроки прошедшей войны, которые мы до сих пор помним. С приветственным словом выступил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Он отметил, что страны бывшего Советского Союза, на страны легла основная тяжесть той разрушительной войны. Миссией Казахстана был представлен фотостенд, отображающий значительный вклад в победе над фашизмом. В частности, отдельные экспонаты посвящены героям казахстанцам и партизанским командирам, кавалеру высшей награды Республики Халык Кахарманы Хасыму Хасенову и бывшему министру иностранных дел и просвещения Казахской ССР Ади Шарипову. Казахстан, Украина. Дружба, закаленная пламенем войны. В Киеве презентовали второе издание книги писателя и ученого Николая Степаненко. В издании представлены исторические факты и научные исследования участия дивизии, сформированных в Казахстане в освобождении Украины в годы войны. Аида Кадырбай расскажет подробнее. В годы Великой Отечественной войны из Казахстана на фронт ушло свыше 1 миллиона человек. 600 тысяч солдат сражались на территории Украины за ее освобождение. В этих боях в составе 31-й Сталинградской дивизии участвовал и Нурбай Аманжолов. Это воинское формирование освобождало также Польшу и Чехословакию. Сейчас Аксакал – единственный ветеран казах в Украине. Нурбай Аманжолов стал почетным гостем на презентации книги. Вместе с послом Казахстана в Украине он также возложил цветы к мемориалу у Вечного огня в Киеве. Хотя я человек военный, но не хочу видеть и слышать о войне. Такой войне, которая была Вторая мировая, это страшная война. Мир во всем мире, чтоб был, чтоб росли мои дети, внуки и правнуки вот, в мире и счастливую жизнь в них, чтоб была. Автор книги «Казахстан, Украина. Дружба, закаленная пламенем войны» Николай Степаненко рассказывает, что собирал материал на основе документов военной поры из архива президента Республики Казахстан и Национального музея истории Украины. Это первая книга, которая отражает полностью участие самого Казахстана и казахстанцев в освобождении Украины, восстановлении разрушенных городов, восстановлении разрушенного хозяйства, народного хозяйства. Эта книга рассказывает о беспрецедентной в мире эвакуации людей на восток Казахстана. Николай Степаненко вот уже 10 лет собирает материал о казахстанских воинах, которые отдали жизнь, освобождая украинскую землю. У него есть уникальные архивные документы той поры. Про сыновей дух народов Степаненко пишет новую книгу. О Талгате Бигельдинове, летчике, штурмовике, дважды героя Советского Союза, отважно сражавшимся в битве за Днепр и освобождение Украины. И Касыме Касенове, народном герое, легендарном партизане. Для наших народов важно сохранить память о подвигах, восстанавливая детали тех страшных событий, говорит Степаненко. Аида Кадырбай, Михаил Мищенко, Хабар-24 из Украины. Новые автомобили вручили ветеранам Великой Отечественной войны Сузакского района. До 73-й годовщины Великой Победы из 6 тысяч участников войны дожили всего 6 фронтовиков. В райцентре развернули масштабный праздник. Местные жители прошли парадным строем до Парка Славы и возложили цветы к безымянной могиле. После чего празднование продолжилось на центральном стадионе села Шалакурган. Благодаря единству народов мы победили сильного врага. Все мы, конечно, хотим, чтобы это не повторилось и чтобы мы жили с мирным небом над головой. Больше интересных новостей можно найти на нашем сайте 24.kz. Тогда на час у меня пока все. Всего доброго.